сразу. И Гедиминаса куда-то понесло. Сейчас посмотрим, какие же оценки поставит наше строгое жюри. Молодец. Не больно было? Нет. Нормально? Поздравляю. Спасибо, отец лебедей. Мама так засмеялась. Мы попали, попали. Мальчики, не могли бы вы своих тёрышек слить? Мне хохотало больше, чем... Ирина Суцкая, Гедимина Странда, оценки за технику. 6-0. Минимал 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. 6-0, средний балл 6 баллов ровно, общий балл 12 баллов ровно, ура! Мне просто Миша, слово тебе. Значит, только что позвонил Чайковский и сказал 6-0 всем поставить. Вот, ну, на самом деле просто... Просто потрясающе. Я не смеялся, я ржал. Я ухахатывался просто здесь. Я не знаю, что со мной произошло. Такое ощущение, что вот вместо лебединого яйца подложили крокодилье такое вот. Оно вылупилось случайно там как-то. И все это время пыталось научиться летать. И в итоге все-таки научилось летать. Я такую не зря параллель провел. Действительно, можно сказать, что за время этого, вот, за время ледникового периода эта пара все-таки сработалась, сыгралась. Она не из робкого десятки, все время в ней был оптимизм. Я поздравляю вас, вы просто достойную нишу заняли в этом проекте. Молодцы, спасибо вам большое. Спасибо большое. И еще я хотел сказать спасибо Саше Жулину. Вот сейчас видно, что это вот его стиль. Он умеет ставить вот именно вот такие вот номера с изюминкой. Спасибо большое, Миша. Эдита Станиславовна, вы когда-нибудь видели такое лебединое озеро? Это потрясающе. Это смело. Это же надо уметь так взять классику, преподнести, чтобы это было не дешево, а чтобы это было еще величественнее и в другом жанре. Это здорово. Это потрясающе. Ну, это счастье огромное, видеть такой номер, который явно в золотой фонд уходит. Или, надеюсь, не уходит, а живет там, в золотом фонде. И недаром вот были крики «Еще!», потому что хочется еще посмотреть его. И, наверное, счастье огромное, что мы сегодня вот с Эдитой Станиславовной свистели вместе, потому что уже смеяться просто не было сил. Там, ну, действительно, уникальный номер, ребят. И два этих лебеденка потрясающих, и крупненький, и маленький. И вылупление из гнезда было потрясающее. И ровно столько, сколько надо. Ну, все было классно. Спасибо, здорово. Если бы просто из гнезда... Спасибо, Валера. Видишь, да, Антон. Просто... А тут именно вылупление. Скажи, тебе номер понравился? Да, мне очень понравился номер. Веселые получились птички. И вообще, это новое направление у нас здесь на проекте. Ледовая акробатика. Такого еще не было, поэтому я с большим удовольствием поставил такие оценки. Что называется, дождались. Спасибо большое, Антон. Татьяна Анатольевна, ну что ж, наконец-то ребята дождались. Да, я в восторге. Я просто в восторге, потому что действительно найден образ. Все просто потрясающе. Хореографическая работа. Саша, поздравляю тебя. Это очень редко, когда можно создать такой номер, который... будет работать на протяжении многих лет. С этим номером, знаете, можно выступать в цирке, на сцене, на всех шоу, можно выступать в Лидо, можно выступать где угодно. Потому что это, ну, эти номера ставятся очень редко и очень тонкая, конечно, работа. И вы знаете, как говорят, когда берешь классику, нужно с ней обращаться деликатно, осознанно, аккуратно, но иногда дерзко. Ира, я поздравляю тебя с такой настоящей творческой работы.
работы. Я всегда думала, что ты можешь быть клоунессой. И, конечно, проекта без тебя никакого не может быть. Вот. Потому что ты звезда. И вот это для тебя нашлось. И я очень рада. Гедевинос, не обижайтесь, вы тоже звезда. Вот. Я счастлив! Вот. И это потрясающее начало, пока волокли уже туда, это гнездом. Я уже тут со смеху покатывалась. Спасибо вам большое. Вот я сегодня поставила две оценки 6-0 и 6-0. Абсолютно диаметрально противоположным номерам, но которые... Номера, которые вот этого заслуживают. И они не заслуживают ничего другого. Спасибо вам большое. Спасибо, браво! Браво! Жулин, браво! Слуцкая, браво! Гедевинос, браво! Костюмером за трусы с начесом в перышку. Отдельное право. Да и старик Чайковский Жулин, не покачал. Наконец-таки! Да! Выстраданный, честный, заслуженный 12 баллов. Вы сегодня, не изменяя себе, убили всех своим юмором. Я рыдала и смелостью. Это что такое было? Когда я понял, что мы в номинации, я понял, что это, наверное, уже последний раз. Последний раз, и когда мы совещались с Жулиным, я говорю: Саша, есть потрясающая романтическая история, потрясающей красоты. Он выслушал идею, говорит: супер, классно, музыка. Я говорю: но есть еще вторая, юмор и оторваться напоследок. Жулин на меня посмотрел: ты смелый, отрываемся. И мы решили оторваться. Ну а Слуцкая всегда с нами, понимаете? Да. Нет, а у Слуцкой какая-то была подготовка, сплошь да рядом травмы, одна на другой, и... Самый сложный для меня был номер, хотя на он... На этом номере Слуцкой досталось, потому что она и головой в пол летала. Да-да-да-да, это была серьезная такая штука, и бортик мы ломали, понимаете? Откуда эта поддержка-то вошла? Потому что сначала я вылетел за бортик, а потом подумал, а если мы пойдем вот так вот тараном на жюри? Но честно вам скажу, Татьяна Анатольевна, когда мы на вас пошли тараном, и когда вы захохотали, я из-за этого чуть не сорвал поддержку, понимаете? Если бы ты даже сорвал, я все равно бы тебе 6-0 поставила. Да. Сегодня, 100%. А вообще-то, я бы жутко боялись, Саши и Иры, что, ну вот, мы видели, как катаются наши ребята. Шедеврально, как говорит у нас Татьяна. Шедеврально. И мы, понимаете, со своими птицами, елки-палки, со своим гнездом. Я думаю, ну... Ну, убили всех! Да. В общем, пришли на проект. Ну, нормально. Ну, ладно, ну, напоследок, чего там не миновать. Я, Настенька, я все поняла, когда увидела таранту на льду. Я потому что не видела этого одеяния, но когда я увидела такого потрясающего птенца, я поняла, что сегодня все будет не то, что хорошо, а просто отлично. Во-первых, я не птенец, а самец. На этой счастливой ноте давайте с вами попрощаемся. Так держать и удачи вам в финале. Спасибо большое.